музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках поздравили более 40 лучших работников предприятий. Специалистам вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые заслуги. В церемонии награждения приняли участие почетные гости. Мероприятие приурочили к празднику труда Московской области. Вы – гордость, вы – настоящее будущее Химок. Позвольте вас поздравить с этим праздником, пожелать вам, вашим близким, здоровья, благополучия, чтобы труд приносил всегда радость и удовлетворение. В числе награжденных – слесари, бригадиры, медсестры, управляющие и другие специалисты. Все профессионалы своего дела. Я работаю с персоналом компании, это 1300 сотрудников у нас по всей России. Мне было очень приятно, с утра я прилетела из командировки и буквально с корабля на бал попала на награждение. Неожиданно, приятно, очень благодарна. Особенным дипломом наградили две организации. Это НПО имени Лавочкина и Химки Электротранс. Приятно, наверное, узнать, что ты работаешь в коллективе, который заслуженно награждают и признают на территории Московской области. Мы часто участники, и бывало второе место, третье место. Вот стремимся к первому месту, чтобы лучшие были в Московской области. Отдельно выделили трудовые династии Химок. Семью Серегиных наградили благодарностью губернатора Подмосковья. Знаменитая спортивная семья заняла третье место в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт». Награда нашла героев. Я благодарна своим родителям, которые создали династию Серегиных. Это награда памяти моего отца Серегина Валерия Николаевича, основателя лыжного спорта в Химках. Это благодарность моим детям, которые поддерживают нашу династию. Это благодарность молодому поколению, моим внукам, которые тоже стремятся продолжать наше непростое, но очень хорошее дело, очень доброе дело. В торжественной обстановке отметили и победители спартакиады среди работников предприятий городского округа. Заслуженные кубки вручили коллективам Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Химки, НПО имени Лавочкина и Академии гражданской защиты МЧС России. Общая командная сплоченность помогла нам выиграть эту спартакиаду, причем впервые за вот эти 15 лет проведения мы впервые стали первыми. Это было очень приятно. Тем сложнее нам теперь будет это место отстоять в следующем году. Гостям праздника представили выставку «Женское дело». На портретах 12 химчанок с уникальной судьбой. Все они успешно сочетают разные роли – хозяйки, мамы, жены и профессионала своего дела. Каждая из героинь восхищает жизнелюбием и верой в себя. А в завершение мероприятия всех собравшихся поздравил певец, участник шоу «Голос 60+» Александр Зорин. Елена Тараненко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.